Галина Чиблис рассказала об отношениях с Егором Кридом на шоу «Холостяк». 27 мая на телеканале ТНТ вышел предпоследний выпуск шоу «Холостяк», на котором 23-летний музыкант Егор Крид ищет любовь. В новой серии певец представил Дашу Клюкину, Викторию Короткову и Галю Чиблис родителям и сестре Полине. На церемонии розы в Дубае музыкант попрощался с Галиной Чиблис, которая очень понравилась его семье. Егор заявил, что Галя прекрасная девушка, но он не испытывает к ней никаких романтических чувств. На проекте остались Даша Клюкина и Виктория Короткова. В следующем выпуске Криду предстоит выбрать из двух девушек одну. Выбывшая участница объяснила, почему она не попала в финал. «Скорее всего, я просто не проявляла к нему должного внимания». Также Галя отметила, что у нее не было конфликтов на проекте, и она пережила много приятных моментов. Девушка вспомнила, как зачитала «Холостяку» рэп и как познакомилась с его семьей. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе свежих новостей шоу-бизнеса.